Нам надо души фармить. Нам нужно... А боссом, получается, Саша, у нас что в первую очередь идет сейчас? Механики. Все механические боссы. А, сначала всех механических нужно? Да. Не одного кого-то, а всех механических. Там, насколько я помню, и та же Плантера, по-моему, не будет доступна, пока мы механических всех не залупим. А-а-а. Или могу ошибаться. Но мы можем попробовать. Или после первого там сразу начинает расти эта фигня для призыва. Да? Но я... Я не знаю. Не видела надписи какой-то. Не изучал, не читал. Мне кажется, что там всех надо забить сначала. Кто, а, просто для изготовления. Биоме кладбища нужно. То есть я, в принципе, была права, но... Биоме кладбища. Все, спасибо. Все, поняла. Жопа какая, да? Ну, я тогда потом отдельно уже этим займусь, чтобы сейчас не бегать. Предлагаю тогда попробовать кого-нибудь еще из боссов грохнуть. Ну, если получится. У нас призывалок мало. А они же падают со всех монстров, да? Тогда пошли копать. Я не знаю, как они падают, если честно. Ну, вот у меня же откуда-то взялись черви. Кого-то упали. Я думаю, что они из каких-то конкретных, наверное, падают. Ну, кстати, да, призывалки же мы делать можем. Я же даже смотрел. Делай, тогда, может быть. Мы делили апельсин. Сейчас бы не той кнопкой не нажать. Все. Призывать же их, по-моему, все равно где? Этих-то. Лучше сразу у арены. Надо аренду дорабатывать. Да и плюс время суток нужно учитывать. Сейчас ночных как раз можно будет призвать. Ночью где угодно. Ну, понятно, что где угодно. Таких-то. А чего столько знамен? Да ты скинул, что ли? Да. Наверное. А что ты хочешь тут сделать? А, убрать лишние палки? Угу. Ну, то мы тогда огребли. Огребали то, что нам не хватало расстояния. Виверна на заднем фоне летит. Видишь? Ага. Да мне кажется... Ну, хотя пусть будет, да. А среднюю убираю, да, вот эту? Ага. И лесенку вот эту можно снести. Ну, ее сверху лучше убирать сейчас. Только подсветки нужно сюда нормально сделать. Тут, короче, нужно делать... платформу со стеной нормальной, чтобы можно было подсветить, нормально свечи поставить. В смысле платформу со стеной нормальной? Ну, на стену можно факел прилепить в любое место. То есть задник нужно делать у арены. Будет. В прошлый раз просто, когда тоже солнечное затмение, вообще ни хрена не видно. Я понял. Помнишь же, как я арену делал на прошлой карте? У меня на задней стороне была стена, и там свечи были. И видно было хорошо все. Это тоже не сейчас, я думаю. Сейчас хотя бы просто свечки воткнуть. Прум-пум-пум. Надо, наверное, тогда центральную. А, у нас это, кстати... Повесить надо обратно. У тебя лампы? Ну, что-то у меня есть, что-то мне там кидал.
вниз. Да, лампы, вот они, вижу. Пу-пу-пум. Саш, когда лучше делать вам задание на посещение миров с разными сидами? Я думаю, в конце прохождения уже слишком поздно. Возможно, примерно сейчас? Не, ну мы сейчас точно не пойдем ни в какие другие сиды. Смысла не вижу. Ну да, наверное. Ну тут непаханое вон. Я думаю, что сидами мы будем развлекаться уже полностью закончив с этим миром. Не, ну мы тут полностью не скоро закончим, все, Саша. Совсем не скоро. Можем, нет? Как минимум нужно хотя бы пару основных этапов сделать. Это с основными боссами разобраться, храм открыть. А там еще же потом еще этот Мунлорд там и так далее. Я думаю, перед ним нужно. Там, потому что к нему тоже перед ним? Куча всякого действа. Ну, как-то этапами. Хотя бы сделать то, что мы более или менее знаем. То... Просто я так понимаю, что эти сиды, они больше для развлечения, ну, для получения другого игрового опыта. Там чуть ли не новыми персонажами иной раз есть смысл начинать. А где-то там вообще ничего не сделаешь. Прям жесткие какие-то есть сиды. Поэтому я не знаю. Тут, наверное, зависит очень много именно от самих сидов. Я не знаю, насколько они там могут быть разными. Ну что, мы будем или нет? Время идет просто. Что-то еще нужно? Смотри, я лампочки воткнула. Эти нужно, сердечки. Статую надо бы поставить, да. Статую, да, и сердечки. Так, ты сейчас что делаешь? Я думаю, мы не успеем уже за эту ночь. Мы можем переключить всегда. А, ну, если только так. Как вариант. Ну, в принципе, все. Ну, сюда бы сердечек-то побольше, наверное. Они не спавнятся сейчас так активно. Поэтому кто пострадал, пробегает по центру, собирает. Я думаю, так. Чё, мы там на слизни понаставили, и они непонятно как спавнились. Пробуем. Давай. Кого? Кого? Вопрос хороший. Ну, кого мы еще не били? Глази. Глазики. А, уничтожить. Ладно, понятно. Зелки, кстати, выпей. Я уже выпила. Что с ними делать-то? Как их бить, если они не хотят, чтобы я к ним подходил? Ух ты, резкий какой. Да нет, тот. Насколько они дикие под конец будут? Да ужас, я боюсь представить. Гады летающие. Ой. Скелетону хоть обрулить можно было. А эти не дают. Я лечу в одну сторону, а они облетают. Со своими этими выстрелами. Есть ли их смысл пилить? Чё так больно-то, ну? По отдельности. Чё-то нет сердечек у нас тут. Все собираем, не хватает. А, не стреляй. Не успевают они. Да больно. Пробуем вот так. Тучки забыли. Вот, думаю, что-то же забыли мы. Я умру.
Маловато арена все-таки для них. В таком режиме. Больно! А! О! У меня аж пальцы заболели. Золото забыла скинуть точно. Тебе 20 секунд продержаться. Я не смогу, скорее всего, продержаться 20 секунд. Потому что они какие-то дико безумные. 9, 8. Три, два, один. Бегу. Правда, я нифига не пробафалась, но ладно. Кристаллическая броня, конечно, в этом плане была лучше. Она позволяла мне от них уходить. Надо щит Ктулху называть. Один готов. Теперь этот бесится. Нифига у него здоровье еще осталось. Кажется, что чуть-чуть. Попробуем сейчас. Я про бафаться забыл, кстати. Я же говорю, что не успеем. Чуть-чуть. Я думаю, добили бы. Ладно. Он один какой-то более предсказуемый остается, когда. Или мне показалось. Мне нужно что-то на мобильность. Возможно, вот вместо жала вот этих, кстати говоря. Пробивание брони, наверное, уже не особо актуально сейчас. А вот быстренько изменить направление. Щит? Капец как надо. Ну да. Стоп, а куда я убрал-то? А, вот. Особенно в воздухе просто вот этот рывок, он очень нужен. А, так он тоже мне позволяет в воздухе постоянно рывок делать этот. Я говорю, в этом плане кристаллически он был комплект удобнее, то что я мог быстренько так хоп-хоп. Вы-то откуда взялись? Ты привел, что ли? Не знаю, да, наверное, я. Переставлю я. Переставлю. Так вот, все. Вроде бы. Я выпила. Призываю, да? Да. Это зараза, рывок какой он сделал. Неприятный. Такое ощущение, что с ними хорошо отрабатывает тактика вверх-вниз просто летать. Не всегда, но по большей части иногда свободное падение вручает тебе. Ну да. О чем речь? То есть тактика вертикального передвижения работает, такое ощущение, лучше здесь, чем по горизонтальному. Не всегда просто получается. Потому что, ну, иногда у тебя просто полета не хватает там или еще что-то. Ах ты, зараза.
Они еще полетом-то управляют как хотят. А ты тоже, если падаешь, тебе сложно успеть затормозить. У меня здоровья очень мало. Что получилось в этот раз? Быстро я слева. Здоровье. Дождик, конечно, вносит. Ой, что я делаю? Господи, Саш, прости, я тут все, весь бой. Я не заметила, как я себе оружие переключила. Думаю, что-то не то. Ерунда его какой-то белый, в общем. Какой? Звездным мечом этим. Думаю, что такое? Не летит мне все, что нужно. Я справлюсь. Я, может быть, не так поздно переключилась. Я не знаю, почему так. Ой, меня убили прям. Я сейчас тоже умру. Помирай, пожалуйста. Они что-то как-то в этот раз очень какие-то злее, по-моему. 16 секунд. Три, два, один. Хилки где мои? Ну, я умираю. Меня встречают. Цыганочка. Все, короче. На подлете меня. Я как раненый летчик просто. Ты к ним в лоб, небось, залетела просто. Они меня встречать побежали. Ой, ты еще а я еще не захилилась. Ну да, у них чуть-чуть оставалось. Ну, я там вначале, конечно, что-то. Я даже не поняла, как, в какой момент я переключилась. Случайно. Давай еще раз. Ой, господи, Лёва, ты что? У меня помощник. Ты соскучился? Кот. Ты у Лизы этому научился, да? Он пришел на стол, залез, в общем, и сидит такой, просыпается. Сейчас Соня такой. Да, ночью мы активируем. Я не могу, такая булочка. Лёвка. Лёва. Куда ты хочешь пройти? Наташа? Да это не тебе, это мой стукан. Давай, кот, думай. Ну не по клавиатуре, пожалуйста. Он ну, к Сушке той пройдется. А, понятно. Там мы были. Это вы бы видели, как он позже сейчас раскорячился. Ой, я не могу. Поставь на пол. Не подавись. Готовимся пока. Тём? Ну, наверное. Ну, давай. А. Зелки забыл выпить. И? А они, мне кажется, ли они шустрее? Мне показалось, что вот на первом бое, да, они тоже попроще были. Почему-то мне так показалось. А тут они прям какие-то реактивные. Ай. Здоровья тут очень мало. Иди. С косами у меня как-то лучше получается. Ты сейчас чем? Стрелял, пробовал. Ай. Со своими лазерами. Рывки вот этого у них непредсказуемы очень. Меня не столько рывки убивают, сколько лазера. Лазеры, да.
Вторая фаза пошла. Это у одного. Теперь у второго. Ой, я умер. Вот это ты зря. Сто 11 000, охренеть. Это вообще законно? Что-то как-то... Я вообще не знаю. Пока не очень. Мне так не нравится то, что двойное нажатие надо нажимать. Чтобы рывок сделать. Ага. Никогда не любил эту механику. Торт на 2 минуты дает скорость. Использовать сложно, плюс постоянно случайно еще жмешь. Когда не слышишь, надо. Слышишь, да? А? Торт на 2 минуты скорость дает. Угу. Призываю. Ну, давай. Ух ты, слева пришли. У этих статуй еще, похоже, КД на боссах какое-то свое. Теперь. Просто по команде, наверное, переключиться. У кого там меньше хп останется, посмотрите на того, переключиться. Так они на одну рожу. У тебя здоровье. Вот это у меня, да. Пей. Да я уже выпила. Походу, сегодня просто не боевое какое-то настроение. Слизни, по-моему, еще надо сделать себе вместо маунта, чтобы можно было быстро падать. Ой. Самое больнючее это таран, короче, от них. Ни в коем случае к себе не подпускать. Ай. Сказал я и, походу, лазер тоже больно бьет, все, я сдох. А, она тоже хитренько сразу такая залезла. А я не могу поменять. Наташ, короче, запилила в итоге. Думаю, а что я действительно... Фу. Фу, какой ты душный, блин, глаз. Кошмар. Что это? Призывает миниатюрный механический... А, это Пет? Пет. Фу. Я не знаю, у тебя выпали или нет, поэтому на. Кого? Механические глаза. Давай. Так. Что еще-то с них выпало? Все, что ли? Сумочка только еще и все? Так, сейчас посмотрю. Да, глаза вот они. Сокровища. Трофей. Угу.
Тебе не выпал трофей? Ну, вроде нет. А, выпал. Хорошо. Ты мешок будешь открывать? Или подождешь до следующего? Надо открывать. Ну, давай, открывай хотя бы один. Там посмотрим, как в прошлый раз сделаем. Да, вот душа зрения. И святые слитки. Супер, святые и слитки. И колеса механической вагонетки. Это собрать нужно вагонетку, да? Из частей из разных, с разных боссов механических. В итоге будет вагонетка. Соберется. Где эти колеса-то? Ну и можно сдохнуть от червя и на этом закончить. Я думаю, с ним у нас не получится. Надо переставить все. На самом деле, круто заруливают здесь эти тучки. 4 штуки. Они постоянно под уроном, их повыше вот ставить их нужно. Ну да. Они хорошо дамажат. Души зрения, кстати, хватает, чтобы скопировать. Скопируй. Пусть будет. Так, паучих переставить нужно. Так, что там еще я хотел сделать? А, я хотел себе слайма тоже найти. Где он у меня, интересно? Где-то должен быть тут. Нет? Ой, я случайно. Ну, я не знаю, тут, мне кажется, под каждого босса надо индивидуально смотреть, нужен он там или не нужен. А какой пет, маунт, другие маунты нам вообще никак пользы не принесут. Разве что этот какой-нибудь ковер-самолет, который позволит по горизонтали долго лететь, держать. А у этого слизня есть как бы бонус в плане скорости падения. Да. То есть, если нужно быстро уйти от погони, то он прям вообще идеально. Ну, тогда оставь тучки. А что третья строчка, второй слот? Это ты искал слизня когда? А, ладно. Поставил всех, паучих там, тучки поставь. Обновляй вечер. Готово. Ну давай. Я думаю, он какой-то очень сильно будет. Зелки. Ой, у него тут петы какие-то еще. Угу, глаза. А, вот это подстава. Что там у тебя? Ты под ним остался где-то? Да. Я опять под ним остался. Все, я сдох. Зараза. Двести шесть тысяч.
Очень больно бьют, у тебя лазеры сраные. Прям сраные. Ты-то чего приперлась, гарпия? Совсем дурная, что ли? С первого раза! Джунгли непрерывно растут, Лантера! А, ну все. Хана. А ты не хотел. Вот так вот. Сам противный — это глаза все-таки. Нормально вообще. Ты сказал, что он какой-то очень совсем уж стрёмный. Ха-ха-ха. О, опять золотое надгробие новое. Не знаю, выпало тебе или нет, но я... Вот этот зонт тебе тоже скинул. Ага. Господи, я по нему бить давай. Реликвия у тебя упала? Нет. Как она там называлась-то? А, уничтожитель — это старый. А это должен быть. Или это уничтожитель? А, да, это уничтожитель. Тот же у нас... Мы механического не били. Мир какого-то был. Он на нас... Он, вернее сказать, мы его... Он нас бил. Так вот. Будет правильнее. Он же... Он пришел к нам, по-моему. Пришел и раскатал нас просто. Как бог-черепаху, и все. Что еще интересного? Все? Ну... С сумочки у меня упала механическая вагонетка, кусочек, и душа могущества. Дай мне кусочек вагонетки этой. Сейчас. Можно собрать, кстати. Да. Вагонетку. Рама. Мама мыла раму. Да. Спасибо. Рама. Колеса, батарея. Пойду посмотрю. Ну-ка, Гид, скажи мне. На мифриловой наковальне. Комплект модернизации делается. Так, приманку. А ты куда убрал механических всех? Отсюда. Не убрал, они у меня с собой были все. А, понятно. Я тебе там комплект скинул. Да, да, да. А, то есть она просто, ее изучаешь и все, да? Да, и дают механическую вагонетку. Подожди, у меня так была механическая. Так нет, это, а это просто баф. Улучшенная. Нет? А, еще дополнительно? Угу. Ага, и стрелять теперь должен. Какая-то радужная. Ну-ка, залезь-ка на рельсы, посмотри-ка. Сейчас, а как их потом определить-то, какая из них какая? А, все, понял. А я думал, просто улучшит уже предыдущую механическую. Ого, она скоростная. Крутая, да? Смотри. А стреляет как? Да ты сам стреляешь. На меня пока не нападают. Что я могу сделать? Она вперед только стреляет, что ли?
Не знаю. Вагонетка ускоренный режим, вагонетка обычный режим. А, то есть можно переключать скорость? А, ну вот, стреляет. В обычном режиме стреляет? А в ускоренном? Нет, в ускоренном стреляет. То есть она только вперед, понятно. Ну, она не то чтобы сильно хорошо стреляет. Но... Да, так, по мелочи. Какой-то разогревать, если можно. Допустим, вот едешь на ней и что-то делаешь. Не сильно быстрое. Кирпичи, допустим, кладешь. Круто. А потом у нас двери открытые. Да. ДТП. Она позволяет любую вагонетку сделать статами, как у механической. Понятно. Прикольно. Ну, мне... Не думаю, что я буду вагонетку как-то подбирать под что-то. Ну, коня ты, значит, подбираешь. Да. Плащ подбираешь. Вагонетку я вижу раз в 100 лет, поэтому... Крылья подбирает. Не принципиально. Но удобно. Душа страха... А, я не туда тебя положил. Душа зрения, во. Душа страха, душа могущества и душа зрения. Я вот не помню. Есть смысл смотреть, что из этих душ делается? Там что-то разное или одинаково? Здесь все три души нужно. На кирка-топор. Кстати, по штуке всего надо. Посох какой-то оптический. Призывает близнецов. А, это эти призываемые существа. Вместо пауков... А здесь урон, интересно, отображается с бафом или без? Мы эмблему можем улучшить, кстати. Угу. Ты душу скопировал? Нет, не копировал еще. Так. А, ну вот, истинную грань ночью можно будет сделать. А так? Здесь вот из уникального получается оптический посох. А у червяка? А, мегаакула. Угу. И подожди, а это что? Диск света. О-о-о. 93 единицы урона. Это как у меня, только лучше, да? Подожди, но... Здесь, наверное, без бафов отображает. Если ты атакуешь, я хочу. Мне прям так нравится, я не могу. Оно еще с наведением дополнительным подводит. Угу. Цели. Очень удобно, когда вот такие бои. От мелочи разгребать вообще удобно очень. Вот от глазиков. А еще, кстати, вот с этими глазами удобно, что на слайме, так вот на маунте, ты по ним прыгаешь, они лопаются. Угу. То есть сверху прыгает, наносится урон. Угу. А я не очень понимаю, логический датчик этот, он именно когда игрок наверху работает только? Получается, что если мы будем выше него, он будет работать, а когда ниже, он будет не работать? Или что? Или он на расстоянии тоже работает? Как-то не очень понятно. Привет, Лизочка. Все, Лиз, все. Лиз, мы уже заканчиваем.